Привет, друзья! Новейшие российские прыгающие противотанковые мины ПТКМ-1Р появились на Украине. Мина предназначена для поражения бронетанковой техники в верхнюю полусферу. При приближении цели на 50 метров сейсмический датчик мины выдает команду на отстрел боевого элемента. Боевой элемент движется по баллистической траектории. Его датчики, тепловой и радиолокационный, начинают сканировать земную поверхность. После обнаружения цели боевая часть подрывается и поражает технику противника сверху, в наиболее уязвимые части – крышу, башню и корпус. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы светим все.